установили какой-то патч, провели некоторые работы, какие-то баги исправили, некоторые ошибки пофиксили. Вот, да. Вот это типикал описание почтового тавтарка. Ну, реально, без шуток, без всякого там сарказма, они действительно так и пишут. Перед тобой. Пойдем. С моста. Я минус. В прыжке. Куда он мне попал в прыжке, интересно? Чувака? Не знаю, грузится. Больше никому. Голова, шея, хитич, чувака, да. Дешевый патрон. Херечь, он видит. 500 часов в игре молодого человека. А, КД 49, Ань. Вопросов не имеется. Только что про это говорили, вот чат. Только что. Вот там бегает чел с той стороны здания. Он не дохнет-то. What the fuck? 44-й с дубинкой, с босса. У него читы сломались? Или в чем проблема? Почему он не смог меня победить? Спрячем, чтобы не искать. Или зашел в магазин. МП5. На ПСТ-хах. Подожди, чё? Тут киборг лутается. Кстати, сволочь, не всех рейдеров убил, одного я убил. Напиши ему плохой отзыв на сайте. Тут хочется. Че по времени? Блин, ну господи, это потом зайти, просто идти. Ну это опять зайти. Ну ладно, зато сюда хотя бы идти не надо было. Ну да. Лучше так, чем заново это все пытаться поставить. Ты понимаешь, что сейчас тебя провел читер? Вот и играй теперь с ним, поняла? Некоторые стримеры вообще с читерами квесты на маяке делают, и ничего. Во-первых, я с ним за ручку не ходила. Я тактически его пропустила и пошла сзади. Шинку не взяла, зачем у меня срок? Не,
еще патроны не взяла. Конечно, зачем тратиться на шину? Чтобы одну секунду заюзать и дальше файтить. Если можно 20 секунд юзать сурву. Слушай, какой ты занудный типа микрофон. Замолчи. Я говорю, ты сек. Непонятно, по низу или поверху? По низу. Хера себе, они прифайрят. Это они вот их фиксили вчера в обнове. Видели чат? Ёпта, сейчас они на прифайр стреляют. Какие молодцы разработчики. Так хорошо поправили вчера. И как их убивать теперь? Слушай, в принципе ночь, нихера же не видно. Давай поставим, короче, вот эти вот ту срань, которую надо поставить. Потом вернемся обратно вот так же. Я попробую к самолету отсюда пройти. Ну, умру и умру, да и похер. Кажется, они идут, Тань, смотри. Убил меня, он сразу просто. А я тебе говорил, они стреляют теперь на припайре. Видели этот чат? Вот вчерашний патч. Выглядит здорово. Оу, за дверью меня убил. Вот это он меня в затылок убивает, чат. Нормально? Опять лег. В смысле? Два раза в голову? С этой говной мне два раза в голову попал. Я просто иногда банально не успеваю микрофон выключить. Потому что не специально делаю. Просто в сторону отворачиваюсь. Микрофон не будет улавливать. Не будет. Я минус. Два попадания в голову. Где? В магазине. Напротив которой? Ну, рядом у тебя вот у стройки. Так, а где у нас выход? Слышали, жулик бегает там где-то по дороге. Возможно, сейчас пойдет этот открывать комнатку. Пойдет. А, нет, подожди, бежит. Ага, двое. Он такой, смотри, тут, говорит, комната есть, в ней хороший лут. Только ты, говорит, меня прикрывай. Почему ты меня не прикрыл? Я потратил 200 тысяч на этот ключ.
Блин, надо быстрее на выход идти. Нельзя задерживаться на карте. С хорошим лутом. Сейчас прогрузятся челоботы с читами и прилетят ко мне. Вот об этом я и говорю, чат. На твой профиль. КД-3. Угу. Среднее время жизни 38 секунд. Вопросов больше не имеется. Чат. Там же в секундах, да? А, ну да. Но это точно читак был, чат, 100%. У чувака 30 секунд он живет в рейде, понимаете? То есть он за 30 секунд чистит всю карту, получается. У меня вот 27 минут в рейде я нахожусь, а он 38 секунд в рейде находится, тот чел, который меня убил сейчас.